Жизнь современного человека немыслима без обмена информацией. Городская, междугородняя, мобильная связь, доступ к сети интернет. Эти услуги сегодня не роскошь, а уже привычная необходимость. Несмотря на стремительное развитие сотовой связи, операторы фиксированной или, как ее еще называют, проводной связи, по-прежнему не остаются без работы. Услугами компании «Центр Телеком» угличане пользуются с 2002 года. Именно тогда крупнейший в России оператор стационарной связи начал реорганизацию, результатом которой стало объединение 17 ведущих региональных операторов. «Центр Телеком» успешно работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка, предоставляя местную, внутризоновую телефонную связь и другие услуги. Услуги связи, которые предоставляют, ну или «Центр Телеком», в том числе Ярославль и Углич, они, в принципе-то, сегодня несколько изменились, но наряду с теми услугами, которые у нас существовали традиционно, это местная телефонная связь, междугородняя телефонная связь, там, вот, телеграф. Вот. Сегодня такой большой акцент идет на предоставление услуг передачи данных. Ну, это речь идет об услугах интернета и, наверное, об услугах уже сегодня можно говорить какого-то IP-телевидения, вот это самое. То есть вот эти услуги, они сегодня активно развиваются и предоставляются, соответственно. Неотъемлемой услугой любого оператора связи является предоставление абоненту справочной информации. «Центр Телеком» в этом вопросе не исключение. Однако, если раньше единой службой поддержки клиентов была бесплатная 09, то сегодня абонент может выбирать. Вас приветствует бесплатная справочная служба. Или справочная служба, услуга платная, 42 рубля в минуту. Юля, слушаю вас. Да, существовала служба 09, она, в принципе, и на сегодня. Она существует и отвечает. Но просто изменился так-то номер набора. То есть сегодня бесплатная справочная служба – это 118, ну или там существует длинный номер набора, там 8800, там 450, 0118. Вот. Здесь предоставляются бесплатные справки только лишь о номерах телефонов по полным данным. То есть, если мы знаем четко, где живет абонент, фамилию, имя, отчество, и на него именно оформлен договор местной телефонной связи, тогда эта служба, да, может предоставить справку о номере телефона этого абонента. Аналогичная ситуация с организациями. То есть, там точное, четкое название организации, ее адрес. Вот, и тогда, так сказать, такая служба предоставит. Ну и также она предоставляет информацию о номерах телефонов социально значимых каких-то таких объектов, там, ну, экстренной службы, там, еще что-то. Вот такие все они, об этих вот номерах телефонов эта служба предоставляет бесплатно. Телефон платной справочной службы, доступный прежде по номеру 009, изменен на номер 138. Здесь клиент может получить широкий перечень информационно-справочных и сервисных услуг. Для всех категорий абонентов установлен единый тариф – 42 рубля за минуту общения с оператором. Тариф действует круглосуточно, независимо от категории сложности запроса. Бывают тут случаи с клиентами, что клиенты жалуются, что все свалили на платную службу. Ну, во-первых, платная служба – дело добровольное. Техническая поддержка абонентов «Центр Телекома» осуществляется по номеру 150. Впрочем, можно набрать привычный 069, произойдет автоматическая переадресация и к услугам клиента аналог бюро ремонта телефонов. Здесь, конечно, существуют определенные трудности. Клиент должен, во-первых, иметь аппарат с тональным набором, иначе у него ничего не наберется. Вот. Поэтому там существует этот же автоответчик говорит, что если вы не желаете набирать сами, ждите ответа, вам ответит оператор. Этот оператор, он ответит и, соответственно, примет заявку и выслушает вас, если сможет что-то вам ответить там по интересующим вас вопросу, или просто принять заявку о неработающем телефоне, о неработающей радиоточке. Работу по введению единого стандарта нумерации клиентских служб «Центр Телеком» проводит с целью обеспечения соблюдения мировых стандартов качества обслуживания пользователей. О том, какие услуги предоставляет компания, более подробно можно узнать на сайте centrtelecom.ru. Задать вопрос специалистам компании клиентам предлагают в соответствующем разделе. Номеров для обратной связи с абонентами на местном уровне на сегодняшний день не существует.